Это вот, наверное, самый тот, что ни на есть, соперник, с которым можно будет зарубиться в становой тяге. Поэтому сегодня зарубим с Кокляевым, будем делать пирамиду, которую мы уже делали однажды, но мы ее делали в одного. А сегодня я бросил вызов Сереге, одному из самых сильных атлетов, наверное, самому сильному атлету по пауэрлифтингу Республики Казахстан, Братской Республики нашей. Вот. Но что я могу сказать? Вот и зарубимся! Ну, Россиюшка или Казахстан? Готов? Да. Казахстанушка. Что-то она же закрылась, и все, зачем? Мы знаете где? Мы в Караганде. Мы пошли на тренировку снимать реальную качалку. Очень. Вот, грубо говоря, за год мы выросли с подвала Эдельвейса до няшного клуба. Это вот мы сегодня здесь живем. Эй! Тысяча вещей. Всем привет! Здрасте! Приветствую! Готовы к реальной качалке? Да! Я готов! Заметь! А к чему мы будем сегодня готовы? Как вы думаете? Михаилу Кокляеву. Да нет, становой тяги к тяжелой сегодня большая будет становая. Поэтому зря ты сказал, что ты готов. А что происходит? Это было так недавно, но такое ощущение, что это было так давно. Вот я, пользуясь случаем, хочу передать привет Наташеньке Духиной. Наташенька. Ты молодец. Да. Никого не слушай, мы тебя любим. Вот. И продолжай заниматься тем, что тебе приносит удовольствие, то, что тебе приносит смысл какой-то в эту жизнь твою. Поэтому здоровья тебе, удачи, любви. Натаха, никого не слушай, ебаш базу. И она такая машет так с экрана. Хорошо, Миша. Привет. Вторая тяжелая тяга за эту неделю. А у меня тоже была большая тяга. Ну и как тяжелая? У меня 300, я по пятницу тянул. 3 по 3. Не позавчера. А я в среду сколько тянул? 324 плыла, ну с резинкой. Ну вот, с дороги, не подумайте, что это отмазка, с дороги немножко уставший. Как кружечка? Все отлично. Нормально. Жир жрется? Жрется. Садится, тяга тянется? Все отлично. Жор жрется? Ну слава богу. А где? Я часы посмотрел, сколько времени просто. О, вот как раз оказывается, а как оказалось? Думал против классики. Вот и посмотрим. Тут еще сошлись два извечных соперника. Классика и сумо. Это тоже своего рода интрига. Интрига, да. Это не предел. Ой, это не предел. Ты что, Женька, что ли? Давай скажу, сколько ты видишь. Сколько? Сейчас я скажу.
Ты весишь 154 килограмма. А что делать-то? Офига. Откуда у тебя хохочет такой большой? Ну-ка. Сегодня не ел почти. Так. Сегодня не ел почти. Да уже начали эти 8. Я прям на голову. Как весят дрыщи. Однако за время пути собака смогла подрасти. Уехал, вчера на весы встал, у меня был вес 159-700. В дороге еще набрал. Появился в кадре вот интересный дядечка. Давайте с ним познакомимся. Здравствуйте. Как вас зовут? Петр. Вот у меня Петр. Фамилия? Афанасьев Петр. Сколько? Можно просто Петрович. Петрович. 35, наоборот, было 25 марта. Так, методом банальной дедукции. 53. 53 годика. Просто, чтобы там не вдаваться в подробности, просто чисто для народа. Я понимаю, откуда берется. Я не знаю, с какой аптеки. Вот. Кстати, вот насчет аптеки. Легально ли у вас фармакология? Ну, я скажу так, что обычно, когда задают все вопросы, отвечаем так, что мы готовимся точно так же, как простые олимпийцы. Абсолютно похожая подготовка. Так что олимпийцы. То есть так что здесь начинаешь думать, ну я-то ты думаешь, олимпийцы химичат. Вот. Нет, вопрос, легально в Казахстане фармакология? Нет, фармакология так же, как присоединилась к России. Но у нас просто идет пока штраф. Ага, то есть до судебных дел не доходит. Да, я и снимите. Нормально все, штрафа никакого нет. Да, уже вот так вот, да? Нормально. Вот в этом рождается истина. То есть все-таки мы считаем, что в Казахстане фармакология запретная или разрешена? Не вся. Не вся? Не вся. Нет, фармакология, я понимаю, что эфедрин и эфедрин. Нет, да, психотропные, конечно, они в прекурсоре, то есть запрещенных препаратов. А если мы говорим, допустим, о сустанонии пропионате, то есть его по рецепту можно свободно приобрести в аптеке. А если проблем нет. Нет. Это облигации бы там. Это называется торговля без рецепта. Это называется торговля без рецепта. Акция. 50% скидка в сустанон. Станозолол. Девушка, хотите оксандролон? Хотите скулы? Нет. Хотите олдскул тогда? Мы там оксандролон. Ну, наверное, у наших зрителей возникает вопрос, почему не обвисает? Почему не обвисает? Да ничего такого волшебного нету. Просто тренировка через день. Сколько часов? Ну, сейчас немножко где-то 2 часа уходит, 2,5, а то и 3. Вот нормально. А баночка сколько? Не знаю, 51, наверное. Давайте позвоним. HP. Может, в процессе? Нет, давайте HP просто для затравочки. Давайте. Ешь кто больше. Ну ладно, мы погнали серым. Ну ты возьми хоть это. Гантельки-то другого цвета. Черного. Ну что, сейчас два морды перевести? Я говорю, сказал. Передать Сане Шпаку привет. Да. С розовыми гантелями. Этот. Он самый сильный тяж Казахстана. Представляешь, сразу же, как рождается, сколько эта фраза родит постов. Он скажет, Илья Ильин самый сильный. И начнется, кто сильнее. Черепаха. Кто там? Муравей или слон. Да, там. Курица или по-сокуковски. Ой, как я боюсь тоже. Прямо ягодички. Сводит. Работало.
О! Фиксанули!
вообще такие пирамиды делал? Нет, первый раз. Ну, как ощущение? Ну, говорю, такое ощущение, как будто по морозу пробежался. На краю географии, ну, относительно ЧМЗ, района, где я живу, Караганда примерно как, ну, Мельбурн. И там, на краю географии, среди бескрайних степей, в городе Караганда живут такие вот прекрасные спортивные люди. И давайте похлопаем друг другу, ребят. Ну, судя как кто как дышит, я думаю, Серый мне въебал. Потому что, смотрите, свеженький, беленький. А я как будто когда никогда не тренировался. Ну, все, ничего не сходил. Извини, ты же на все не сходил первый раз, так что ничья. Поздравляю. Давай. Ну все. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Реальные качалки. Спасибо Михаилу Кокляеву. Вот, спортика. Что могу сказать? Все на уровне. Все хорошо. Вот 53 года человек только начинает жить. Человек, который должен спать. Да. Понятно. Что? Непонятно сколько. У нас тоже рождаются сыновья. А вот еще... Да, что скажут, что мы всегда бесплодные, да? Такое ощущение, что это его старший брат. Вот это вот, Петровича. Вот. В классику. Ты что делаешь-то? Ну, по жизни. Тренируюсь. Он тоже инструктор. Понятно. Только в другом клубе. Ты добычи не дождешься, да? Ну, а спорт? Пауэрлифтинг, качалка? Нет. Сейчас он весил 107 килограммов, у нас задача 86 на классике. Осталось 8-9 недель. Ну что я могу сказать, ребята, меньше закидывайте за бородку конфет, картошки, майонеза и на свая. Как это? Так, ну-ка, посмотрим. Чем удивит нас карагандинский богатырушка? Да. Специально для хорошей тяги. Не наклоны, а удержание на гиперэкстензии. Я его прозвал так, Супермен. Почему? Опускаемся, поднимаемся, стоим 15 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15 и 10 секунд. Супермен! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Для тяги, для укрепления спины лучше нету. А для плеч? Никакого веса, ничего не надо. А что для плеч? Сколько только подходов? Три подхода, вот так вот, 15 раз. И как часто делать? После каждой тяги так укрепляющая. Но в межсезоне, когда готовишься, например, к соревнованиям, убираешь это. Ну, само собой, разгружаешься в тяге, как все обычно делают. Ну, это снимает так, напряжение, да? Да, или раз. Да, очень хорошо снимает напряжение. Совершенно верно. Советую. А давайте... Катюша. Катю, давайте Катюшу попросим исполнить русскую народную песню «Катюша». Катенька, вы уже тренировались? Да. Да? А сколько вы в тяге поднимаете становой? Сколько я поднимаю становой тяги? 40 килограмм. 40. Давайте 45 сегодня поднимем специально для реальной качалки. Во имя реальной качалки. Давайте. Ребята, снимайте, девочки, штангу 20 килограмм. Разменишь 20, 30, 40, 45. Сколько вам годочков? 20. Отлично. 20 лет и уже в зале. Я что-то после... Давай, Катюша, вот этот омытый потом помост, не брезгуешь там наши капли пота?
Нет. Фармаков... И ты 45 делаешь? А кто тренер ее? Так. А сколько раз делал? Просто, все, мы вам сейчас оденем 30 килограмм. Тренер, одевай 30 килограмм. Представьтесь, тренер, фамилия, имя, отчество, звание. Звание. А ты что, 30 килограмм? 30. Ну, одевайте 30, сказали. На разик сейчас. Подождите, вот давай. Все, опустили. Все, уже все. Пускай, на разик сделаю. Катенька. Открывайся, солнышко, когда ты подняла штангу с земли, это и есть тяга. Да. Это как будто ты... Это когда тебе позвонил кто-то, ты ночью спишь, и тебе позвонил кто-то, говорит, спишь, а ты говоришь, вот это то же самое, а ты говоришь, ну нет уже. Так и здесь в тяге. Давай. Не торопись. Все? Все. На раз поднимай. 50 ставьте. На раз поднимай. Капец. Она про рабочий сказала. Катюшка, про рабочий сказала. Ты что ей это? Не а вот вдруг она куда-нибудь поедет в Таиланд? Нет, мы же уже не готовим, мы же на бикини готовим. Становую тягу ничего не делаем. Румынскую только делаем и все. Становую надо делать, надо чтобы... Разорвать. Чтобы молодец. Все. Что, через 55? Мне еще не трудно. 60. 60, давайте. Ближе. Тяни, Гриф. Тересочки. Все, ставим. Все. Она приготовилась уже качать. Яков, я считаю, 70 нужно закончить, да? Чтобы не травмировать. Да. Так, подождите, спи, что ли? Я задам пару вопросов. Вообще, вот в данный момент, о чем вы думаете? О чем? Думаю, как правильно сделать. Ну, чтобы ничего себе. А еще? А еще? Скажи, собралась куча? Я не могу думать, вы такой куча, большой. Куча мудаков. Я не могу думать. И рядом самый главный. Из них стоит и... Да, тут рядом. Потом на нее брызжет. Я понял, о чем. Вы думаете. Все правильно. Вы правильно думаете. Первая мысль о том, как правильно сделать. Это все неожиданно, да? Все, когда-то в первый раз. Ближе к штангу. Все, и пошли. Все. Это называется беспредельная сила. Отличным рекордом. Ой, спасибо. Желаю вам еще больше рекордов. И надеюсь, все-таки тренер Степан включит в программу ваших занятий становую тягу с такими, ну так скажем, не совсем маленькими весами, для того, чтобы мышца почувствовала шоковую нагрузку. Чтобы она среагировала. Блять, мне тяжело. И она начала расти. Понимаешь? И не только отказные повторы есть для роста мышц, но еще есть ну, не отказные подъемы в килограммах, но так скажем, такие, которые дадут мышце такой шок, от чего она начнет думать, что чтобы в следующий раз мне не было тяжело, я начну расти. Вот и все. А здесь становой тяги самое главное у бикини. Что в росте? Ягодичная мышца. Вот мы ее всегда и прорабатываем. Ладно. Прощаю. А вот это. А это вот пацанский взгрев. Подгон пацанский от пацанов. С Майкудука. Вот. А можно сзади? И вот здесь. Чих. Чисто слово. Ты прочитай сам. Рудиарии всех стран, объединяйтесь! Эй! Слава России! Опа. Слушай, забилась спина, страшно вообще. Все тягивает. Ну, я вообще-то никогда управляю гантелями работал. Ну, пойдет и это. Надо когда-то делать. А разница между узким и широким какая? Ну, естественно, это внутренний и наружный. Ты делаешь узким? Ага. Все. Будем наружным. Конечно, да? Хорошо. Не лишнее, кстати, нужно. Чувствую, что нужно его сделать. Да.
такой вариант тоже для армрестлинга очень хороший. Да, когда он вес будет большой, тогда уже будет тяжело. Так вот, идешь по улице, да, смотришь человек, ну вот, допустим, оденет человек пуховик, идет пуховик, человек белокожий, в очках, и так в подворотне. Эй, очкарик, слышь ты, есть деньжатки-то? Какие-нибудь такие на картонах. Как это, петушки на палочках. А он такой раз, и такой, слышь ты, и потом такой по руке, и через этот пуховик такой, это что, пуховик или нет? Это что у тебя? Трицепс. А, ну, молодец, трицепс. Сумки донести домой. Поэтому, ребята, внешность обманчива. За белой кожей и очками на лице могут скрываться панки размером 53. Так, который еще может и бьющие, да, иногда. Не бьющие, бьющие банки. Че, мы шурбанемся? На банк. Я согласен. А? Я согласен. Все, есть еще. Есть заруба. Я даже выиграю, буду. Ну, хотя бы поборюсь. Я попробую. Мне в банках не силен. Не силен в бицепсе. Не силен в трицепсе. И в жимах. Да и в приседе не силен. Да и, в общем-то, так, в целом, только так как-то все получается как-то. Кабы-да, не бойся, а осень. Смотри, не порви. Или узким. Да, все-таки. Без разницы. А? Без узким. Может, узким? Давай все вместе уже узким. Ну, сейчас тогда разменемся. Так, здесь какой-то подвох. Да. Давайте по десятке еще. Ну, мы потом на раз сейчас потихоньку еще. Хочется все-таки небольшой опус на зале. Где у нас? Вон. Опус. Степа. Еще. Сейчас. Этот клуб, это действительно клуб настоящих спортсменов, которые выкладываются, работают, и лучшие инструктора делают из нас. Вот я сюда пришел, весил 75 килограмм. Петр Петрович сделал из меня 100. Буквально за год. Вот. Большое спасибо моему сенсею. Секрет-то весь в том, что они тренируются как олимпийцы. Да, да, да. Но нам это не мешает, а только помогает, эти секреты олимпийцы. Да, помогает в межсезонье быть юниорами. Становиться юниорами в межсезонье, да? Опа. Получается, ну первый подъем такой, я его не считаю. Я его вывел. Честно говоря, никогда не делали. Ну, все когда-то первый раз. Да. Когда-то что-то Серега делал, когда первый раз. Тянул. Потом мне скажет спасибо, потому что после этих упражнений очень растет сила. Ну вот что здесь скажешь? Вот такой паровоз. На улице, бля, тоже не хочется подлететь. Ты придешь сюда, вот тут душа
Здесь все по-честному. Поднял, не поднял, все видно. Все твое. Да. Ты же там десятку не дашь. Да, никак. Чтобы она легче стала. По-любому. И она сразу отпускает, и все. Потому что на утро уже проблема не проблема. Она все решает. Ну как это? Ну вот это, я говорю, что с молодости, тогда ты идешь в зал вот так, а из зала уходишь вот так. А старость, когда ты из зала идешь вот так, а из зала уходишь вот так, да? Согласен, 100%. А она что-то какой-то механизм там запускает? Да я вообще о возрасте не думаю. Вот если как говорится, даже. А сколько здесь получается? 80. 80. Начал напрягаться. Нормально. Петрович, машина. Одного слово, достаточно. А тут только слово срывается с губ. Слово начинается на пиз, кончается на дец. Мотивация, на самом деле. Кто-то говорил, что материться больше не будет. А я разве сматерился? А что, годи? Я ни одного хуевого слова не сказал. Можно попробовать? Просто... Давай. Русская речь теряет смысл без этих слов. Да мужик из мата, Яша, ты их запикивай потом, и все. Так будет интересно, потому что, видишь, мы... Кляев отвечает на вопросы. Не материмся? А ты сам-то сколько весишь? А? Сам сколько весишь? 107. 107? Это 80. Так, еще один новобранец. Женя, не теряй связки. Ты еще нам нужен. Хорошо, опускал красиво. Ну что, с 90? Пиздец. Это уже вылично. Это уже критика. Такой вес, как бы, с такого низкого угла опасно. А вот, возможно, это понятно. Но... Со 120. Да. Бля, тяжелая, реально. Петрович, может быть, сможет. Он по опыту. Вот оно. Сука. Вот он, Петрович-то где. Вот это, блядь. Это козырь. Северный флот Российской Федерации. Да. А я, кстати, тоже по контракту. Это в Северо-Морском. Я Северо-Морск, и спортивный флот. Давай, я считал. 77-й. Эротипаж. Нет, одноэтажное здание. 77-й спортивный. Северо-Морск. Косян, на флоте не против. Я сейчас как матрос, старший матрос, второй статьи. Ты сколько служил? Ну, у меня 33. Прекрасно служил. Ну, это сейчас то, что на второй статьи, да? Потом сундука немножко. Тихону. Да, сними ее в голову. Низко не надо опускать, я же так заторвется опять. Дай бог. Не, я. Правда, ты только сказал, что бицепс отрылся. Я сразу же решил, не. Ну, тут рейс. Ладно, пацаны, я признаю, я мешок в бицепс. Спасибо. Мы с тобой два мешка. Да. Как человек, который тоже не поднял это. Есть вариант, где вот именно такая грубая сила в армрестлинге не на руках, на кистях и на мизинцах можно попробовать. Там не надо именно вот эти все примочки. Знаешь, мне на титанах надо готовиться. Нет, руки еще пригодятся. Я бы мог с тобой побороться, но я ссу. Честно тебе скажу. Не, я даже уверен, что я проиграл. Не, ну ты прям с этой хренотенью меня удивил. Не, вот это одно. А вот это вот, тут уже пальчик. Если гирьки, все это, тут у кого пальцы сильнее. Тут не надо связки никакие. Ну, у меня же тянуть ими.
Какой-то подвох. Там раз она улетел, да, улетел палец, и все, и потом все скажут, а я же это все снял. И потом я на титанах не выступаю, все говорят, как Ильяев мудак, очкарику на мизинцах поиграл. Все, набиться сохранить. Не-не-не, это не за матч. Все, мы вот реально зарубились, то, что то, что касается вот железки, все. Сделали. Я проиграл. Ну, счастлив, что проиграл. Давай! Низкий план, да? Чемпион Кубка мира. Какого года, Женя? Новосибирска. Прошлого года. Новосибирска. На штанге. 140. По штанге 130. Я думаю. Аккуратно. Сколько максимальный жемлежа? 235 пожал без майки и 305 майки. В какой категории? В категории 125, да. 125+. Сколько годочков? 37 исполнилось, 4 февраля. До этого железки были? Когда? То есть первый раз в тренажерный зал пришел в 13 лет. Ну, это так же. 13 лет. И с этих пор влюбился в этот вид спорта. Продолжаю заниматься по сегодняшний день. Зал пришел по штанге, наверное. Зал тяжелой атлетики, скорее всего, да? Нет. Или качалку подвальную? Качалку подвальную. 90-е годы, развал, беспредел. Друзья наркоманы. И решил выбор сделать в сторону кача. Мои друзья наркоманы и алкоголики, а я люблю физкультуру и анаболики. Это я процентрировал Кирюху Сарычева. Кирилл, это, по-моему, да, так. Ну, суть не меняется. Мотивация сегодня, допустим, тогда прийти в зал, банок подкачать. Сегодня уже понимаешь, что ты уже где-то у тебя жизнь определилась. Наверное, кризис среднего возраста прошел. То есть вы уже понимаете, кто вы в этой жизни. То есть есть какие-то стремления, конечно, но то есть прогресс есть, то есть желание двигаться вперед есть. То есть после этого кризиса, потому что кризис среднего возраста – это такая штуковина, когда иной раз человек начинает бухать. А человек просто на себя начинает ложить гриф кожаный, блядь, и перестает этими вещами заниматься, такими, которыми занимался раньше. Сегодня вот для себя, вот в откровении, ну это для… Почему я до вас доколебался? Потому что мне неинтересно разговаривать об этом с Голубочкиным. Мне интересно будет разговаривать об этом с Клоком. Мне интересно поговорить с человеком, которого в мире спорта, кроме жителей этого зала, не знает. Вот вы как человек, который, ну, давайте так, соседнего двора. Тех, кто будет смотреть. 24 года в спорте. Парализовала руку мне. Вернулся опять. Сегодня цели, задачи, планы, мотивация. Вообще, Миш, мы все люди испытываем множество стрессов, переживаний. У нас у всех проблемы. У меня семья, двое детей, тоже постоянно сумбур. И многие дни не превращаются в день сурка. И вот за счет такой мотивации мы постоянно в нашем зале вот транслируются. И все люди, клиенты, инструктора, они наблюдают за такими людьми, как ты. И мы вот вчера, позавчера, мы на протяжении месяца смотрели ролики с тобой. И твоих коллег-спортсменов, и стронгменов смотрели, и силовиков всего мира. И это нас мотивирует заниматься, нам охота заниматься, нам охота двигаться вперед, развиваться, совершенствоваться. И в этом смысл жизни. Часть. Да. И вот Петр Петрович для нас тоже пример. До таких лет возрос, и я смотрю на него, тренировки восхищаюсь. Ну, это, то есть, мы идем к тому, что это вот есть... Для женщин, да, для тех, которые говорят, хуй тебе это надо. Это то же самое, что пойти на рыбалку, вот я, ну как, непонятно, зачем человек зимой идет, уже вот даже зимой, а весной вот такой тонкий лед и сидит, ловит рыбу, когда ее можно купить, да. Человек идет, не дома сидит, водку пьет, а идет в вонючий гараж и с корешами забивает в козла в домино. Вот поход в зал, это примерно то же самое. Это... Мир, блин. Фитнес-клуб «Спортика», город Караганда, специально для реальной качалки! Республика Казахстан.